В Непале продолжаются поиски на реке, где оползнем снесло в реку два автобуса с пассажирами. Работу спасателей затрудняют непрекращающийся дождь и новые оползни. Инцидент произошел около 3 часов ночи по местному времени, примерно в 120 километрах от Катманду на шоссе, соединяющем столицу с южными регионами страны. Пока не нашли ни пассажиров, ни самих автобусов. По всей видимости, их унесло сильным течением разлившейся реки Тришули. При этом 3 человека смогли выжить. Их доставили в больницу. Внезапно посыпались грязь и мусор. Мы выпрыгнули из автобуса, когда он начал крениться. Я и еще 5 человек оказались спереди автобуса, но выжить смогли только 3 из нас. В нашем автобусе было около 35 человек. В целом пропавшими без вести числятся 62 человека. Среди них 7 граждан Индии. Их ищут более 500 спасателей, включая водолазов. Реки Непала, как правило, очень быстрые из-за горного рельефа. С июня по сентябрь в стране сезон дождей. Из-за этого реки разлились, вода в них стала мутной, а течение еще сильнее. Это еще больше затрудняет поиски. В целом за этот сезон муссонных ливней в Непале уже подтверждена гибель более чем 90 человек.